Но вот в Красноярске, между тем, появится первый большой аквапарк. Торговый центр вместе с водными аттракционами, ресторанами, фитнес-залом и прочим будут строить на правом берегу в самом оживленном месте, на Предмостной площади, недалеко от кольца и фактически на месте планеты Красноярск. Сейчас проект проходит согласование в мэрии города. Если все утвердят, то строительство начнется в 2014-м, закончится в 2016 году. Общую стоимость проекта оценивают в 7 миллиардов рублей.